Да ну бывает мимик, сколько есть. И отношения, и по игре он плохо играет тоже. Да нет. Фиг всегда. Каждая игра фиг умирает. Да любой, не важно какой, в теле он играет, а не только по фиг. Вчера на Вивере вообще плохо пил. Алло, алло. Надо зайти с ним. Да блять, на натуре, а че играть эти лиги нахуй так вот втроем? Охуенно весело, блять. Да, блядь, пускай заходит в скайп, ты можешь ему написать, блядь. Да я захожу только. Европа, блядь. Понять, нахуй. Куда там санится? Лигус ЕЕ. Сайнится, да? Слабый, любой чувак лучше играет, всегда. Вот это какое-то нытье и все. Лиги это всегда лучше. Да-да. Real big beauty queen style, high heels off, I'm feeling alive.
Алло. Есть хост? Алло. Хост есть? Нету. Ну чё, нет, не спорить, не посылать. Есть хост, нет? Я сам создал, короче. Да не, вот это понятно. Да не, я говорю, его...
Все. Так, что там? Лича? Лича убил. Диалог на хуйню, да, реально так, блядь. Во-первых, виноват Эдуард. Начнем с этого, блядь. Я Эдуарда вообще не считаю. Наоборот, он единственный, кто берет кучу сентри, он единственный, кто, блядь, пулит там, что-то там ТП делает, остальным как вообще по хуям. У вас пустая, я смотрю, в магазине две пачки лежат, покупает. Много такого происходит. Альба единственный, кто ставил нормально в игре, из всех, что надо. У The Finger кто играл. Суппортил? Чё? Суппортил, ты говоришь, нормально? Альба, да. Ну ты помнишь, кто пиздить на Альбу начал? Блоу вроде, с Блоу там вышло у них хуйня какая-то. Ну, у меня сразу проблем, что я его тоже играл. Кроме Нага Варден. Нага Варден идеально. Пару всегда ставил Альбу. Шесть заканчивается, он уже птица летела ко мне с лордами, сюда их поставил. Ну, Колян, вот это самое простое, на самом деле, отправить Куру Мидеру, сказать поставь, да? А ну, вот если... Если ты сам, ты должен съебаться с линии каким-то на седьмой минуте, куда ёбаным четвертым уровнем, куда-то, блядь, побежать, чтобы мидеру было удобно. Теперь гуляй, пошли, блядь, да, поставить. Я к себе поставил сюда, поставил один, давай сюда, и наоборот. Ну не только на миде же игра, как бы, да? Заканчивается. Нет, на один поставил себе, другой куру, разберите себе. Дэнди, что возьмем на мид? Я вообще планирую лишь Рака или Разора кэрри взять, с БКБшных таких побольше набрать. А? Разора и надо снайпер. Сетку кинет и будет стоять. Ну, блядь, она в любого так может кинуть сетку, и любой герой будет стоять. Блядь, да Абадон снимает, и все, бежишь вперед. Зато линия сильная, у них уже 2 мили. Если мы сейчас рейнджей хороших побаним, то... Патма, я хочу взять Патму. Я хочу побанить сильных. Под это вот, под ТЦ, под, ну вот, короче, какую-то поддержку хотя бы. Вертолёт. Бэйн против Абадона хороший. Ты думаешь, ТЦ в хард поет опять у них? Mm-hmm. Только что у них ТЦ делал? Я понял. А, только что у нас там вообще пиздец карнавал был. Ланар тоже вряд ли, да, уж туда заедет, я думаю.
Слышь, блять, я думал, это второй бан. Чё за хуйня? Ёбаный в рот. Ты видишь, у меня второго бана нет. Я думал, второй бан, блядь, сейчас забаню кого-то и возьму. Время у тебя прошло. Ну пиздец, чё. Выходит, поставим визажа фармить в легкую с КМ-очкой, Абаддона с кем-то в хард, типа Разора, и мидера хорошего там с нюками, типа Акаши Пака. И все, будет Абаддон фармить с визажом. Точнее, тьфу, ты визаж будет фармить с ЦМ-кой, там Меку огоним себе. Абаддон с подмой. С подмой, думаешь? Да. Можно, ну, тогда уже лучше с вивером, да? Да, с вивером. Чем с вивером? Ну, блядь, Патма точно хуже, Колян, чем Вивер по линии. Ну чё, мне кажется, вайпер под Абаддоном так нормально зайдет нам. А, у нас Рики на рандоме. Я Рики, всё. Короче, план меняется, пацаны. У нас два рандомника. Вот ты любишь Абаддон мид? Нет, давай поставим против Попы КМ-ку с Рики. Абаддон против Квапы? Колян, ты помнишь, ты сам ходил к Квапы против Абаддона, что там было? Я не понял, я ни разу не хотел. А, да. Я не хотел, но помнишь, там просто Ару прилетел в 5 секунды, блядь. Да, Абаддон. Просто Квапа характер. Даже не тагер. Тагер считать кидает и все. Все равно. Я Рикки порежу. Ну там будет возьми Рубик козь. Или Бейн какой-то, я думаю. Да, возьми Бейн за баню. Смотри, у меня четвертый бан, еще пятый есть в тылах. Но о нем никто не знает. Они не знают, вообще не понимают по бану. Что происходит, бан, ты их запутал. Бля, рандом пики, плюс все, что хочешь. Ёбаный, брат. Нам не хватает. Знаешь, кого? Короче, Колян, все по плану делаем. Нам нужно как-то убивать тотем. Тотем, кто в доте всех лучше убивает? Раста, волк. Раста в пуле? Все. Берем Расту. И куда ты его поставишь? Ну, как бы мы ставим Абаддона соло мид, Расту соло и 3 плюс Рики. Расту соло топ? Соло бот. Нет, давай Расту соло мид, а Абаддона вниз терпеть. Да, да, лучше так. Не, вообще, нахуй трипло с Рики. Давай Рики в легкую поставим, пусть там левел. В трипла, визаж с ЦМ Абаддон пусть идет. Зачем пусть Рики идет, чем Абаддон? Бля, такая хуйня. Ты че там? Абаддон терпит наверху, а раз там мид, а Рики с этим двумя вниз. Ну, у нас бан давай, еще так, есть, нужно рейнджового суппорта забанить. Давай так вот. Тебе пик, какой бан, тебе пик. Раз, убери. Чена случайно, я думал это бан. Ладно, все меняется, короче. Короче, ЦМ соло мид, пусть идет, но. Тут только ЦМ, только мид. Короче, сейчас я все скажу. Пусть ЦМ в мид идет. Пусть. Я думаю, вот на туре сейчас забанит, что-то нажмет. Все, вот так идем. Они забанили инвокера просто так, вы поняли? Не-не-не, ты че, дурак, что ли, Голян? У них одна секунда, сейчас тоже в наш список. Ах, нет. Я слышу, Абаддон против Флетчера хуевая тема, да? А похуй. Тут все герои против него хуевая тема. Абаддон лучше всех простоит против него. ЦМ-ка соло мид идет, все, решаем. Вопрос решен. Ебаный в рот, блядь. ЧП на ЧП. ЧП. Короче, ты что берешь, Колян, тебя пулить? Абаддона в пулю. Да, я так пойду. И КМ-ку дам танго. Нет? А ей не надо. Я возьму пулю. Да, ну нахуй, блядь. Похуй, я варды возьму еще.
Да, ну, на. Нормально все, все по плану. Попозже, короче, Рики 1x5. И визаж фармит. А, нет. Не визаж не фармит. Эй-эй-эй, все не так должно было быть. Чен, может, соломит? Стоило Чена соломит поставить, я думаю. Да не, нет, это нормально. Ну да похуй сойдет и так. Там против КП нормально. Дэнди на КМ-ке у нас. Это пиздец, конечно, происходит. Короче, Варден, ты получаешь птиц. Я получаю крипов, мы ебашим тотем. Ты штром ломаешь сразу. Да ты чё, всё по плану будет. Сейчас а потом с харда выйдет 10 левел, там с Сенджинья, Шармлетик, Мом, всех отъебёт. Спокойно, играем, ребят, не нервничаем. Пик богов. Три рандом пика, и они об этом даже не подозревают. Вот в чём самая смешная ситуация, блядь. Один вард он уже, кстати, поставил. О, посмотри, ёпты, полтинничек. Полтинничек! Как-то он его странно поставил, да, смотри, вообще пиздец. Куда-то как будто, блядь, в пол планеты. Полтос. Все. Изи вин, по-моему. За него еще. О, да ничего страшного, с тремя, блядь. С тремя рандом пиками даже лохи выиграть могут. Как будто папчик на рандоме. Смотри, Дэнди уже пиздец. О, Дэнди уже не пошло, реально. Опа, ФБшечка моя, блядь! С тестом ебало, не хочешь, лох, блядь! Все, вопрос закрыт, понимаешь, сразу, нет? Надо было динаить его, блядь. Все, какой динайт? Это лохи так делают. Вот ФБшечку, блядь, с тестом ебать. Это перспектива. Мощь, чувствуется уже мощь. Дэнди себе ветку несет. Ёбаную ветку курой носит. Представляешь, а мы еще на Вардена пиздим за Кларити. Дэнди себе ветку, блядь, носит. Все, все, а потом... Смотри, да он там Флетчера почти уебал в соло. Победка, походу. Внизу как? Хуёво? Я оформлю, все нормально. А Колян? Норм. Норм, норм. Ну все, все, стоим, стоим. 0-0. 0-0, норм. Ничего, я сейчас приду и разберемся. Ветер, арканчики сейчас быстренько. Колян, Колян, живи, Колян. У него еще иллюзия есть, он в тебя хочет ее кинуть, по-моему. Дай мне пас, дай. Я могу танк сбросить, мне не нужно. Ладно, меня, кстати, лагает, если что, я не понимаю, почему. Хуёво играешь. Не, у меня пинга 500. О, любись, упала. Ядровый грипом. Опа, три грипа. Четыре. Чего Варды там на подходе? Нет, я не на подходе пока. Я пока фармлю, я уже третий, сейчас будет еще больше. Тут ДДшечка вообще, по-моему, хорошая перспектива. Ага. Слышь, я могу в спину с ДД зайти. Хотите, и с кентавром. Гол ТТ заберем? Да нет, как поймать? Как не поймать? Вот сейчас ебало выйдем и забьем. Смотри, давай, щемится давай, крыса. Все, все понятно да, сразу. Все, все, фрифарм, ёпта, тебе даю. Апай фору. Бля, у меня до арканов 300, апни ты. Пиздец. Ну чё ты, блядь, пиздец, так и надо. Чё поделать, блядь, кто ФБ сделал? О, смотри, там вообще. Резолюшн второй раз таверна уже. Вообще не пошло. Хорошо. Отводами не пользуемся снизу, Варден, да? Хуйня какая-то. Конечно. Стоим на легкой, нахуй эти отводы нужны. Я лучше поставлю на линии с Рики Мару, блядь. Да иди, отводи на стуле. Так тут есть два отвода, их только сделать. Ну сделай их, ёпта. Еще стакни, стакни, еще стакни, 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 стакни.
Стака и успеешь еще. Я их стакнул ты еще на первой минуте. Еще стакай, ёпта, ты что, стесняешься, что ли? Три не можешь сделать, что ли?